Всем привет-привет, меня зовут Женя. Сегодня я снимаю видео о фаворитах за последнее время. В основном бьюти-фавориты, и снимаю я это видео не одна, а совместно вместе с Анютой из Бельгии. Аня очень хорошая девушка, я помню, мы начинали вести канал одновременно. Потом она канал свой закрыла, потом опять открыла, и вот мы решили вместе снять совместное видео. Я очень люблю смотреть видео про парфюмы, так как у Ани просто огромнейшая коллекция парфюмов. Она постоянно про них снимает видео о новинках, о классике. Поэтому, если вам интересно посмотреть Анин фавориты, Анин канал, то я оставлю ссылку в описании под моим видео. Посмотрите, перейдите к ней, подпишитесь. Вот. На самом деле у меня еще больше фаворитов, чем я сегодня вам покажу. Просто я постоянно показываю одно и то же, но потому что на самом деле те продукты, которые я показываю, они мне очень нравятся и работают на мне, поэтому я хочу вам снова их показать, но потом понимаю, что я вам уже их показывала, и подумаете, что она больше ничем не пользуется, и хочется что-то новенькое показать вам. И вот собрала я такую небольшую коллекцию фаворитов. Давайте начнем с сухого шампуня от фирмы Батиста. Это знаменитые сухие шампуни в России, в Казахстане они очень популярны. Я перепробовала различные. Есть для брюнеток, есть и там для тонких волос, для разных типов волос, для блондинок и есть для объема. Он так и так вообще сам по себе сухой шампунь создает прикорневой объем. Но именно вот этот XXL Volume Dry шампунь, это просто что-то. Он действительно создает очень-очень большой объем волосам. Смотрите, как я использую этот сухой шампунь. Если я знаю, что у меня 2 или 3 дня подряд мероприятия какие-то, то я делаю таким образом. На первый день я делаю укладку без него. Просто я делаю какой-нибудь объем, локон, и день номер один я вот так прохожу. На следующий день, для того чтобы не мыть голову, плюс ко всему еще какая-то укладка сохранилась, если были локоны, да, объем сохранился, но уже свежесть не та. Я, конечно, начинаю использовать сухой шампунь. Если это XXL, это просто бомба. У меня сразу вот такущий объем, плюс ко всему еще старые локоны там сохранились, ну, форма даже сохранилась в прическе, и у меня новая укладка, просто бесподобнейшая. Девчонки, это просто мега вещь, кто гонится за объемом постоянным. Я всем советую просто попробовать эту штучку. Но увлекаться я все-таки сухим шампунем вам не очень советую, потому что все-таки он сушит кожу головы, поэтому советую использовать редко, но метко. Летом у меня появились жидкие колготки от Benefit. Это легендарное средство для всего тела. Дает эффект, как будто у вас очень гладкая, красивая кожа, намазанная каким-нибудь силиконом или воском, или наполированная, или в колготках. В общем, очень красивый естественный блеск придает это средство вашей коже. Оно без эффекта автозагара, то есть оно никак вашу кожу не тонирует. Оно практически бесцветное, не оставляет разводов. Вот даже когда на ноги нанесете, оно скрывает мелкие недостатки, но, конечно, какие-нибудь сосудики, венки, ничего этого не скроет это средство. Но ножки будут у вас очень гладкими, и ручки, если вы намажете, тоже будут очень-очень гладкими. Думаю, вы все знаете об этом средстве, я Америку не открыла, просто сама недавно попробовала и делюсь с вами своими впечатлениями. Продукта достаточно много, внутри мягкий спонжик, его после каждого применения можно мыть. И запах у этого средства яркий, напоминает розу. Следующее средство для тела, от которого я в восторге в полнейшем, это скраб для тела с имбирем от Спива. Хорошо скрабирует кожу. Мягко, очень деликатно. И плюс ко всему, во время того, как вы скрабируете вашу кожу, она плюс еще и увлажняется. То есть, когда вы проскрабируете ваше тело, потом все это смываете теплой водой, у вас все равно кожа остается увлажненная, потому что здесь в составе очень много масел. Здесь вот масло ши, виноградной косточки, эфирное масло апельсина, бергамота, сторовое масло. В общем, девчонки, даже после этого скрабика не нужно увлажнять тело никаким кремом, просто кожа становится очень гладкой. Хочу показать вам средство, которое у меня появилось абсолютно недавно. Это жидкость для снятия макияжа от Mary Kay. Да, вообще я не пользуюсь косметикой Mary Kay, недавно просто мне подарили очень много косметики от этой фирмы, и
Про это масло я слышала, oil-free, то есть это не масло, это двухфазная жидкость. Оно не оставляет жирных следов, знаете, эффекта панды, когда вы спонжиком снимаете макияж с глаз. Ничего этого нет. Реально такое впечатление, что эта жидкость притягивает к себе всю черноту, всю грязь, потому что когда вот вы перекладываете на ваш глазик, секунд 20 подождите, затем все вот это аккуратно снимите, и не будет никаких разводов, и косметика снимается на ура. Многие задаются вопросом насчет моих бровей. Я все равно подкрашиваю свой татуаж немного, тушь для бровей. Одну тушь я вам показывала, ее покупала я в Японии, это от фирмы Kate. Знаменитая очень фирма в Японии, масс-маркет, недорогая, но в то же время очень хорошая. Я давным-давно купила вот такую коричневую тушь для бровей, и ей я закрашиваю свои волоски на бровях, и немного этот продукт еще попадает на кожу между волосками, и создается эффект таких, знаете, нормальных, нейтральных коричневых бровей, не слишком ярких и не слишком темных. И эта тушь начала у меня заканчиваться, у меня началась паника. Мама пока мне там вышлет из Японии, сколько времени должно пройти. Я пошла к нам в супермаркет, в АДК, по-моему, и там есть отдел корейской косметики. Я подумала, что раз это японская, то есть азиатская, значит, азиаты должны делать такие туши, значит, в корейской точно должна быть такая. Пошла в отдел корейской косметики, такой небольшой островок там был, и действительно у них была не точно такая же, но в принципе один в один тушь, тоже коричневая, тоже я сразу потестила, закрасила свои волоски, и мои черные волоски превратились в такие коричневенькие, все это стало очень мягко смотреться. Знаете, вот я перепробовала в масс-маркете там L'Oréal, Maybelline, Lumene и так далее, Bourjois. Разные туши для бровей, но ни одна из них не закрашивает классно, кардинально волоски. Они там только фиксируют ваши брови, если они у вас красивые, густые, если у вас бровей не так уж и много, если они у вас какого-то непонятного цвета, то я советую пойти в какие-нибудь корейские, японские магазинчики, посмотреть туши, попробовать на себе, если у вас цвет волос не черный, не темный, если вы хотите выглядеть, так сказать, мягко и гармонично. Хочу похвалить вот такие рукавички от фирмы Glow. Давно они мне их прислали на обзор, уже, наверное, полгода прошло. Это перчатка для снятия макияжа с лица без каких-либо дополнительных средств. Когда я первый раз попробовала, она действительно все у меня сняла, весь макияж. Я ее помыла и где-то бросила, все. Вот недавно мы летом же ездили путешествовать, и я взяла ее с собой, вот эту маленькую рукавичку, она уже у меня такого серого цвета, вот, потому что я ее засунула стирать в стиральную машинку с какими-то вещами, и мне все полиняло, ну, как обычно. Был такой случай, что мы поехали в Рим с ручной кладью, то есть все свои бутылки практически я оставила в Греции, чтобы не тащить их в Европу, да, ну, потому что у нас была только ручная кладь, а в ручной кладе, вы знаете, нельзя провозить много жидкости, поэтому я взяла самое необходимое. А вот, например, гидрофильное масло или средство для снятия макияжа с глаз, и где большие бутылки, я оставила. Взяла с собой только эту рукавичку, и она меня спасла. Я ее вот так надевала и снимала макияж весь с лица, без каких-либо дополнительных средств. Это раз. А во-вторых, очень круто она снимает маски с лица. Я думаю, меня поймут те девушки, которые часто делают маски, и есть такие маски, которые нереально просто смыть с лица. Они либо очень плотные, либо с какими-то скрабинками. Поэтому я нашла выход. Я просто беру эту рукавичку, мочу ее в воде и снимаю маску полностью с лица великолепно. С одного, ну вот с двух максимум раз. Еще мне очень нравится вот такая рукавичка жесткая для тела. Мочалочка такая. Это Кеса. Кеса, по-моему, она называется. Она с эффектом скрабирования и очень-очень классно скрабирует кожу во время того, как вы принимаете душ. Но я ей пользуюсь редко, 2 раза в месяц примерно, потому что слишком часто нельзя скрабом скрабировать кожу. И очень-очень классно скрабируют вот эти все места, и коленки, и локти. После этой мочалки кожа гладкая,
И очень мне нравится эффект. Я тоже везде вожу ее с собой. У меня еще есть такая черная. Одна пожестче, одна помягче. И я, в общем, в восторге от этих рукавичек. Девчонки, я хочу похвалить палетку от Urban Decay Smoke It. Я делала на нее обзор, делала с ней макияж. Брала ее везде с собой в поездку, в путешествие. И делала с ней различные мейкапы от вечернего до дневного. И я в полном восторге. Если хотите посмотреть на нее подробный обзор, который я делала, я оставлю вот здесь ссылку. Кликните и перейдете на это видео, посмотрите. Сейчас я не буду на нее делать подробный обзор, потому что я уже делала. Но просто я сейчас спою свою оду, хвалебные песни об этой палетке, потому что она очень классная, тени качественные, мейкап можно сделать от дневного до вечернего. Я могу сказать смело, что она подойдет любой девушке, эта палетка, с теплым, с холодным цветотипом, блондинкам, брюнеткам, абсолютно всем. Если вы любите макияж делать, если вам не хватает вот именно вот таких оттеночков, поэтому посмотрите обзор, то обязательно купите эту палетку, она очень качественная и хорошая, мне нравится. Девчонки, не раз я показывала эту подводку, я не могу ее не показать, вот честно. Вот вспомните, когда я была в Японии, примерно полтора года назад, год-полтора, я купила эту подводку там от фирмы Kate, опять же, и она до сих пор у меня как будто новая, понимаете? Она идеально рисует стрелки, и у нее кончик очень-очень острый, и можно любые дефекты, там, если криво чуть нарисовала, исправить стрелочку, там, добавить, и она идеально рисует стрелки. Я до сих пор не нашла себе аналог, замену этой подводки. Я ее люблю, обожаю, если будет возможность, девчонки, кто любит рисовать стрелки, обязательно закажите себе эту подводку. Девчонки, хочу посоветовать смело обладательницам комбинированной жирной кожи. Если у вас проблемная кожа, как у меня, то есть вы нанесете тоналку, куда-то пойдете, и у вас Т-зона постоянно блестит и раздражает, это жутко. Обязательно купите себе матирующие салфетки. Это не обязательно могут быть от MAC, они могут быть от любой фирмы. Очень хорошие корейской косметики их делают, такие же эффективные, просто я не нашла их. Вот тогда пришлось набрать и в Англоте, и в MAC'е. Но я без них теперь не могу никуда выйти, потому что они убирают очень классно жирный блеск, и можно убрать. Я уже говорила, что вы можете убрать жирный блеск и сверху припудрить немного лицо, и у вас как новый макияж. Последнее время мне нравится делать, знаете, такой легкий мейкап, натуральный, вот как сейчас, например, и румяна от Cargo, тонкая в оттенке. Я его тоже не раз ее показывала. Чисто матовая, натуральная, переборщить можно, конечно, ее, но практически невозможно. Хочу показать вам парфюм Antmantal 50 мл. Знаете, чем он мне нравится больше всего? Это бутылочкой своей. Во-первых, посмотрите ее размер. Вот сравните с моей рукой. Этот флакон помещается мне в руку. Вот. Он очень маленький. А за счет того, что он алюминиевый, он очень легкий. А еще за счет того, что бутылочка сама откручивается. Вот, откручивается сама бутылка. И вот парфюм можно видеть, в принципе, в самой бутылке. Можно налить сюда любой парфюм. Можно Монталь из большой бутылки перелить вот в эту маленькую. И повезти с собой в любое место на планете. Мне очень нравится в Монтале то, что их можно смешивать между собой. Вот я сейчас специально часто пользуюсь, чтобы закончить уже поскорее этот парфюмчик. Если когда его останется примерно вот так немного, я перелью сюда Rose Musk. И возьму его с собой вот в путешествие, когда мы поедем, чтобы не тащить с собой большую бутылку. Могу пару раз там брызнуть нарцисса Родригеса, получится вообще какой-то особенный аромат. Можно смешивать и возить с собой, потому что здесь все откручивается. Недавно я купила в Николе, это у нас такой профессиональный магазин есть, вот такую плойку. Я давно хотела себе плойку с зажимом, то есть зажимом, вот с таким зажимом. У меня единственная плойка от Дюкастель, конусная, на которую нужно просто рукой накручивать локон, да, она такая конусная, то есть для длинных волос, конечно, она идеальна. Но я хотела себе вот обычную плойку с зажимом, профессиональную, потому что, во-первых, у профессиональных очень длинный шнур, это мне нравится. Во-вторых, она нагревается за 5 секунд. Диаметр здесь 25 мм, это Babyliss Pro. На самом деле, я раньше не знала, что наши знаменитые Babyliss, которые придумали вот эту плойку, да, которая зажевывает волосы, что они создают вот такие профессиональные плойки
для салона. Первый раз я увидела эту плойку у Рустама в салоне, в тренде. Второй раз я увидела эту плойку у подружки своей, у Нары, которая работает в Альдо Коппола, тоже хейр-стилист. Они все пользуются этими плойками, понимаете, в чем прикол? И она мне расхвалила, во-первых, здесь покрытие очень хорошее, которое щадит волосы. Во-вторых, зажим здесь хороший. И вот нагревается она до 20 градусов, там, за несколько секунд буквально. Локоны крутят классно, диаметр здесь такой, знаете, не слишком толстый, не слишком тонкий, как раз средний для именно вот этих локонов. Еще не обращайте внимания, что она, в принципе, короткая, потому что есть плойки вот такие длинные, типа на длинные волосы нужна вот такая плойка. На самом деле это все фигня. Самое главное – прокручивать правильно ваш локон. Я вам потом покажу, как это все прокручивать, чтобы когда вы уже вот эту часть, например, накрутите, чтобы она не грелась, вы просто ее оставляете, прокручиваете таким образом и приходите к этой части. То есть эту часть вы нагрели, накрутили, отпустили и не дальше ее не греете, приходите к этой части. Вот такие были у меня фавориты. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии под видео. Всем пока-пока!